И уже в зале пленарных заседаний мы сегодня рассматриваем федеральный бюджет в первом чтении на 23, 24, 25 годы. Для нас очень важно, как еще раз повторюсь, поддержка всех исполнения федеральных социальных норм, всех обязательств государства. Очень важно это обороноспособность страны, дальнейшее видение по развитию, чтобы уже бюджет принимался с таким взглядом, где дальнейшие санкции не повлияли ли бы на сбои и отсутствие каких-то наших программ и выполнения социальных норм. Было принято решение на фракции о консолидированном голосовании по бюджету. Это правильно. В сегодняшнее время нужно сплотиться для того, чтобы решать вопросы наших граждан, наших жителей и обороноспособности, в том числе и новых территорий.